Привет, добрый вечер, спасибо, что пришли, извините за задержку, у нас премьерный концерт серии Sound Up, поэтому, естественно, без накладок не обходится. Меня зовут Денис Бояринов, я музыкальный журналист и один из кураторов проекта Sound Up, который, по сути, такой фестиваль, растянутый во времени. Этот концерт первый, как я уже сказал, у нас будут еще концерты каждый месяц. Я приглашаю вас интересоваться тем, что у нас будет происходить. У нас будет очень хорошая музыка, и мне очень приятно представить первого участника, человека, открывающего нашу серию. Это один из самых популярных, самых часто играемых российских современных академических композиторов, Павел Карманов. Я попрошу вас поприветствовать. Павел. Я предлагаю вам обратить внимание, то, что у вас есть программки, они распространяются, там написана программа подробная концерта, он состоит из двух отделений с одним антрактом. Павел сейчас коротко расскажет о том, что мы сегодня услышим, и представит музыканту. Добрый вечер. Ну, меня просили говорить коротко, и поэтому я всего лишь, во-первых, объявлю участников моей программы, моего блока, моего сета. Это пианист Алексей Курбатов, это скрипачка Надежда Артамонова, это альтист Сергей Полтавский, это виолончелист Евгений Румянцев и, собственно говоря, это я, Павел Карманов. Добрый день. Я забыл сказать про скрипача Юрия Дашевского, извините. Мы исполним такие наиболее часто исполняемые, можно сказать, что это такой greatest hits или это нечто избранное из моего творчества. То, что мы обычно играем на концертах камерным составом для камерной залов и камерной аудитории. Мы сначала исполним такую увертюру, которая называется «Michael Music». Эта пьеса посвящена 60-летию знаменитого английского композитора Майкла Наймана. Сразу же прозвучит пьеса под названием «Разные ручьи» Different Brooks. Это пьеса, которую я написал под впечатлением от поездки в горы, где я видел много ручьев, слушал их звуки, и вот это вылилось в такое сочинение. Далее прозвучит довольно уже такая старая вещь, написанная в 1993 году. Это трио для альта, фортепиано и виолончели, называется «Подарок самому себе на день рождения». После трио мы исполним пьесу под названием «Кембриджская музыка», «Cambridge Music». Эта пьеса посвящена присутствующей в зале Асе Соршневой, скрипачке, руководительнице ICQ Project. И... Спасибо. Пьеса изначально называлась «Christmas Music», но после поездки в Англию и город Кембридж, я был очарован приемом, архитектурой этого места и переименовал пьесу в Cambridge Music. И закончит наш небольшой сет, наверное, наиболее исполняемое мое произведение, называется «Форельный квинтет». Тут нужно упомянуть, что есть подобное, а одноименное произведение у Франца Шуберта, знаменитого классика. В данном случае мы имеем дело с неким моим видением темы форельного квинтета и услышим в конце даже какую-то такую аллюзию на музыку Шуберта только в миноре. Спасибо большое, приятного прослушивания.
Thank you.